Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов GrandStart.ru. Сегодня мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для детей. Это костюм «Жар птицы» для девочек. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм «Жар птицы». В индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. В товаре у нас визитка интернет-магазина. На ней вы сможете найти всю необходимую информацию и связаться с нами по телефону. Костюм «Жар птицы» очень популярен в основном более всего на новогодние праздники. Очень распространено, все ставят сценку с данным товаром. Посмотрите, в комплект входит головной убор. Такой вот блестящий головной убор, посередине с пером. Перо может быть любого цвета, обращаю ваше внимание. То, что оно может быть и красное, и зеленое, и синее, и желтое. То есть не принципиально, что оно будет как на фотографии или как сейчас на видео малинового цвета. Здесь идут бусинки у нас такие, цветные бусинки тоже могут быть любого цвета. Это производитель может менять цвет как ему угодно, оставляя за собой право изменить цвет. Здесь идет головной убор на резинке, то есть он одевается по голове и регулируется, что очень удобно. Вот такой вот головной убор. И в комплект у нас входит платье с крыльями. Вот такое вот платье. Жар птицы. Вот так вот это выглядит на него. Посмотрите, можете сравнить с фотографиями. Платье асимметричное, спереди оно короткое, сзади оно длинное. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит сзади. Спереди вот посмотрите, так же как будто перо жар птицы. Здесь идет тканевая, далее у нас ниже юбка идет атласная и пришита золотистая тесьма. То есть поперек и вдоль. Можете посмотреть. А внизу, точнее на поясе у нас небольшая резиночка там вставлена, тянется. Рукавчиков у нас нету, короткие, то есть без рукавов идут. Само платьице по горлышку, оно завязывается, застегивается на пуговичку. И посмотрите, у нас вот такие вот замечательные крылья идут. Такие вот крылья жар птицы цветные. Желтый атлас у нас и вставочки такие, как перышки. Все переливаются блестящие, с пайетками. Посмотрите, вот так вот это выглядит. На кончике крылышка у нас есть вот такая вот петелька. То есть, потому что некоторые задаются вопросом, а как будут держаться эти крылышки? Вы просто, когда одеваете платьице, просовываете потом сюда пальчик. И вот так вот крылышко получается, просто так, чтобы было видно, вот так вот крылышко получается. То есть, на пальчике оно держится. С одной и с другой стороны это есть. Вот такие вот крылья. И сзади у нас платье жар птицы. Оно длинное и выглядит вот так вот. Тоже так же все пришито. Цветные у нас вставочки такие, как перышки. По платьицу сзади идут. Все качественное прошито. Очень аккуратно. Этот костюм очень популярный среди детишек. Если вам понравился данный товар, вы можете заказать его на сайте GrandStart.ru или позвонить нам по телефону.